Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Resident Evil 3. А мы идем за Карлос. Что? Что за хуйня? Не понял, блядь. А, ну ладно. Мы идем за Карлосом, который отправился на поиски, в свою очередь, вакцины. Я не знаю, что это было. Блять, честно скажу, не знаю. Ну и в рот ебать, не знаю. Не все же я должен знать в этом мире. Мы куда-то идем. Нам надо вот туда попасть, на ту сторону, как я понимаю, как это сделать. А вот так это сделать. И, кстати, такое впечатление, что там можно... Да, слушай, оттуда можно вниз пройти. Ну, стоять, вниз-то вниз. Не снизом. Меня интересует больше, что здесь. А здесь у нас тоже платформа. Надо как-то решить вопрос. Что это? А, она поднимается? Да ты что? Ну-ка, давай нажимай. Да, слушай. Мы тут-то внизу были. Мы грохнули вот это вот за складом. Сразу говорю, кстати, серия будет не длинной. Дела меня ждут еще. Минут 30-35 от силы. Здесь что? Качный порох. Бери. И патроны для штурмовой. Замечательно. И что? Сюда по лестнице? Ага. Спускаемся. А там что этот хер-то стоял, кстати, в прошлой серии? Ты помните? Я и то помню, блядь. У меня ж память. Сами знаете, феноменально. Я так понимаю, что сейчас какая-то ебанина отсюда вывалится. Откроется вот этот вот, не знаю, как это назвать, рефрижератор или что это такое. И начнется замес. Дича... Блять, ёпты мать. Дича... Нет, дичайшего замеса не будет. Просто про... Да что ж такое-то, блять, нет, дичайший замес. Эх, нахуй. Так, мы тебя видели. Мы тебя видели. Три пульки тебя ждут, не иначе. Три пулечки. Пулечки, и ты сдохнешь. Хорошо. Трупики. Блять, трупиков сколько много. А если я вот так сделаю? Ну-ка. Хоп, нахуй. Троих. Троих просто, блядь, сбрило. На, нахуй. На, сука. Шнайпер, блядь. Валю в бошки, только в горло он попал даже. А оно сдохло, да? Нет, оно не сдохло. Вот сейчас может быть. В лысину. Ты сдохла, ты сдохла. Вот это лысый не сдох. Лысый! Хитман, блядь. Получил свою дозу. Патронов. Пуль. Здесь зеленая трава. Да ты что, блядь? Да ты что, нахуй? Женщина, блядь. Прекращай тут ходить. Не надо так делать. Ну ладно, мы тут всех поубивали. Поубивали всех. И идем вот сюда. Здесь, наверное, еще один предохранитель нас ждет. Правильно, я так думаю? Давай. Предохранитель. А сколько их надо собрать? То ли... А, нет, три надо собрать. Еще один где-то есть. Еще один. Я что-то вот еще одного-то не наблюдал. Порох. Знаете, что я сейчас сделаю? Вот не знаете, нахуй. Я сейчас порох, блядь, использую один. Объединить вот с этим. И получим потрошки для дробовика. Как вам идея? Шикарная, на мой взгляд. Шикарная просто идея. Пистолетные патроны есть, есть тут, все есть. У нас получится... А, надо перезарядить дробовик-то плюс ко всему. 36 пулек. Это неплохо. Йента неплохо. Вопрос у меня возникает другой. А где еще один предохранитель? Что-то я вот этого понять-то не могу пока что. Но сейчас поймем. Нам надо их куда-то ведь туда вниз вхерачить. А если мы вот это... Подожди, это не... А, она не опускается, да? Ладно. Тогда мы сейчас вот эту вот опустим платформу. Я думаю, и все у нас получится. Надо добежать еще туда будет. Вот это вот что-то больше похоже на резидент. На настоящий. Что-то найти, побегать туда-сюда 25 раз на одном и том же месте. В итоге найти, использовать.
И зажгем свет. Здесь не пройдем? Нет. Здесь надо будет, наверное, нам там пройти, как я понимаю. Во-первых, надо, наверное, всадить эти два предохранителя. Слушайте, у меня такое ощущение, что там третий-то вроде как воткнут был. Но могу ошибаться, конечно же. Сейчас мы тогда... У нас тут трава есть, мы ее сейчас выкинем. Одну. И порох туда же отправим. Пока что нам он не нужен. Вообще. Хранить. Все. Пульки есть? Все есть. Сейчас сохраняемся и идем втыкать предохранители. Да. У меня такое ощущение, что там два... Сейчас воткнем, а третий-то там же вроде как или нет? Или я что-то... Не понимаю в этой жизни. Ну-ка, погнали. Погнали-ка мы... Так. Вот, ну-ка, дай-ка иди сюда. Ну тут... Да, слушай, место-то, блядь, только под... Использовать. А, нихера, блядь. Еще один. Я тут вот за инвентарем-то не видно. Действительно, 4, блядь. Эх, бляха. А где взять-то их? То есть два-то ладно, я как бы... как бы нашел. Давай нажимай! Поедем тогда. Красотка кататься. Сюда я не пройду? Нет, не пройду. Ладно, давай поднимемся наверх. Еще раз пройдем по тому же пути. Может, я что-то где-то... Не увидел. Здесь мы взяли, здесь взяли. А где вот еще предохранять? Ох, блять, вон же. Слушайте, а как туда пройти? Предохранитель-то я вон вижу его. Хм. Ну, в любом случае, я уже обратно не приду. Не смогу пробраться. Давайте-ка сейчас тут спустимся. Глянем, там есть проход-то где-то. Тут собачьи клетки были. Я помню, мы двух собак даже захерачили. С одного выстрела. Вот так-то. С одного выстрела. Здесь есть какой-то... Вот, здесь есть проход. А туда-то как пробраться? Подождите, может, там еще подобные есть? Ну, должен же быть. Да не обязан он быть, блядь. Эй, пустите, суки! Как нам туда забраться? Подожди. Мы можем на этой херне подняться, я думаю. Давай нажимай. Нажали, да? Мне надо вот на ту платформу как-то перелезть. Или же чего? Или же ничего. Только на ту платформу. А, сейчас, подождите, а мы, может быть, сейчас обойдем. Вот здесь. Слушай, точно, с другой стороны, наверное, там сможем пройти. Во, ёб твою мать. Ага, здесь есть как раз четвертый пред. Опа, чуть-чуть порох, отлично. Ох, блядь. А? Они даже отлетают, как в оригинале. Че ты там выебываешься? Вот и все, нахуй. А разговоров-то было. Выебывается тут. Ничего у нас тут нету? Ничего нету. Все, забираем последний пред. Предохранитель. Ладно, поехали. Куда ты ехать собралась? Джилуха, мы еще не готовы. Куда ты ехать? Тут ничего? Ничего. А это хуй, ты ушел, что ли? Слушай, он ушел. Оно ушло. Мы сейчас сюда пройдем. Давай-ка заходи. Все есть. Сейчас выкинем опять то, что нам не надо. Порох вот мы выкинем. У нас только порох тут лишний как бы. Порох лишний. Сохранимся еще раз. Сейчас, наверное, начнется какой-нибудь пиздец. Я прям это чувствую.
А я всегда чувствую пиздец в играх. Да, и в жизни тоже. Так. Хоп, есть. Сейчас, наверное, придет. Ох ты ж, блядь. Ох ты ж, ебта, мать. Так, а где у тебя слабая точка-то? Так. Сука, закрылся, тварь. А где, 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 где? Стой, 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 стой. Мужики, блядь, хорош нахуй мозги, блядь, нет. О, вон он, очко. Ах ты, сука! Эй, ты чё, блядь? Ты хватит мне этой мотнёй своей, блядь, ебошить. Так, погоди. Давай засовывай предохранитель. Все, используем и уезжаем отсюда просто. А они он ничего не понимает. Ходит, 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 бродят, блядь. Ходят, бродят. Иди сюда. Своей мотнёй, блядь. Так, есть, готов. Оба. Точнейший. Все, сдох. Ага. Ты, блядь, попадешь, нет, на? Свет дали. Не, оно сдохло, наверное, да? Будем надеяться. Да ну, похую нам, на самом деле. Сдохло оно, не сдохло. Мы сейчас уедем отсюда, с этого складика. Ток дали. Здесь этот хуило был. Забыл, как я его... Как его... Черт, он сбежал. Забыл, как... Что он здесь делал? Забыл я, как его зовут. Ящик есть. Ну-ка, открывай. Давай улучшалку какую-нибудь крутую. Удлиненный ствол. Револьвер. Да. Удлиненный ствол. У нас патронов... Патронов-то нет к нему, нихера. А... Что? А, тут ящик с сохранением. Ничего себе. Ну-ка, подожди, тут что-то надо нажать, что ли? Момент. Перед тем, что... Перед тем, как что-то нажать, надо сохраниться. Во-первых, гранатомет мы не трогаем, ничего не трогаем. У нас взрывчатки тут на три можно войну прям устроить. Взрывчатки. Громовой ястреб достать. А что, деталь для громового ястреба. Толстостенный ствол уменьшает отдачу и придает ускорение пулям. Увеличивает урон. Хуя себе. Так. Угу. Громовой ястреб идет сюда. Обратно. Сейчас так всю игру и пройдем, блядь. Ни разу ничего не постреляв. Ни из гранатомета, ни из громового ястреба. Да не-не-не. Когда-то же мы должны это сделать. Я оригинал проходил, я, по-моему, из Магнума даже ни разу не выстрелил в последний раз, когда играли. Неоконченный журнал. 26 сентября, 13:00. Вошли в РС. Наблюдаются редкие волнения. Перехожу к зданию. А, к заданию. 19:30. 5 офицеров полиции вступили в бой с 20 противниками. Уничтожены за 20 минут. 27 сентября, 12:00. Попытка попасть в университет. Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. 64% случаев заражения и обращения происходит через 2 часа. Выживших нет. 23:00. Встреча с отрядом МВ. На рассвете попробуем в первый раз. 28 сентября, 4:30. Увели стаю к посту командования. Результат. Ночное сражение в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. 8:00. Окончание сражения. 7 выживших. 18:00. Неизвестное биооружие применено в точке D18. В соответствии с приказом преследую его. Судя по всему, оно охотится. 20:00. Контакт с двумя бойцами из Старс. Мужчина заражен и женщина. Биооружие преследует женщину. 29 сентября. 0 часов. 00 минут. Женщина, Джилл Валентайн, вступила в контакт с отрядом МВ. Михаила, блядь, что ли, как там? Не Михаила. Как вы, блядь, забыл нахуй? В рот ебать. Судя по внешности и повадкам биооружия, оно относится к проекту Н. Провожу расследование. 4:00. Биооружие замечено с обычным оружием. Судя по всему, оно твердо намерено уничтожить Джилл Валентайн и хорошо знает город. Можно ли его запечатлеть? 7:00. Метаморфозы в биооружии после столкновения с Валентайн. Видеозапись прилагается. Валентайн заражена. Реакция отрицательная. В соответствии с приказом получен образец.
30 сентября, пол первой ночи. Прошло более 17 часов после заражения Джилл Валентайн вирусом. Обращение происходит медленно. Судя по всему, у нее иммунитет. 4.00. К.О. Карлос. Короче, вот этот из отряда МВ. МВ, МВ. Это Вескер? Не... Как его, блядь? А, подожди. Михаил Виктор, блядь. Михаил Виктор, блядь. Да-да-да. Которую, который в метро взорвался. Заполучил вакцину и ввел Валентайн. Кажется, Валентайн готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биооружие действительно проект N. После столкновения с Валентайн оно меняется, эволюционирует. Спровоцирует дальнейшие столкновения, чтобы получить более подробные сведения. Михаил Виктор, блядь. Вот. Тайрелл? Я пробился. Они готовы к переговорам. Они отменят удар, если и там... Прямо-таки... Чё-то, если мы доставим им вакцину до запуска. Сколько у нас времени? Несколько часов, если повезет. Тогда не будем терять ни секунды. Сюда! А Тайлор это, по-моему, укусили. Вакцина должна быть впереди. Хватит, блядь, подлагивать, ну. Сейчас на него нападет. Я знаю, кто. Тебе точно не нужно остановиться? Зачем останавливаться? Я тебя прикрою. Ладно, сделаем это. А как ты дробовик так странно несет, блядь? Тайрелл! Давай! Не останавливайся, мы почти на месте! Джилл! Нет! Беги! Беги! У нее что-то там красненькое. Черт! У нее что-то там красненькое в груди. Нет, такая ебанина здоровая. Это ж пиздец. Оп! Вот так вот. Найдите вакцину. Дверь похожа на гидравлики, я так понимаю. И так быстро она ни за что не опустится. О! Помыться можно. Мочалка есть. А Джилл неплохо смотришь-то сыренькой-то. Мокренькая Джилл. Ну да, неплохо. Все, пойдем. Помылись, хватит. Шампунь не знаю, это самое. К сожалению, дома забыли. Да хватит ты подлагивать, блядь, что за хуйня? Раз что-то, блядь, подлагнет, когда мы на другую локацию приходим. Пистолет надо взять, ты живой? Нет, ты не живой. Там что-то... Какой-то датчик. Это голосовой, что ли? Не знаю, или надо голову чью-то сюда подставить, может... По глазницам определяет, по зрачкам определяет. Кто перед нами? На второй этаж можно пройти, но можно... карта, кстати, карты нету. А есть комната с сохранениями, прекрасно. Ящик есть, ты глянь. С потрошками для штурмовой винтовки, 80 пулек. Трава, довери траву-то, еб твою мать. Вон, чтиво какое-то есть. Правила сотрудников Nest 2. Вниманию сотрудников Nest 2. Этот центр исследования Т-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным Nest. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биооружия, например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия.
Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуется строжайшее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. О, бляха-муха, карта Nest. Есть карта. Эх, нихуя себе, тут сколько этажей. Ебать, раз, два, три, четыре этажа. Ха-ха, четыре этажа. Это здорово, конечно. Это здорово, это круто. Траву сейчас выкинем. Я надеюсь, эта ебанина нас пока тут не потревожит. Сохранимся. Сохранимся. Обязательно. Время у нас еще есть. Минут 10-15. Тут что, они пиво, что ли, блядь, варят, нахуй? В этих бочках. Погнали наверх. Погнали мы наверх. Я не пойму, это музыка или что-то крутится? Или что-то бьется в такт. Не надо. Я знал. Ты че, блядь, не сдохнул-то, ёпта мать. Я знал, что ты очнешься. Опа, коробочка, смотри-ка, с чем-то. Ну. Все нахуй. Тебя даже свои же трупы, блядь, уважать не будут после такого попадания. Че это такое? Порох! Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну ж, блядь, о, еще раз. Сука, твою мать, сдохни. А у меня пулек-то не так их много осталось. Че это такое? Еще что-то? Ох ты, какая-то... Дневник Айзека Грейвза. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы, но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в лотерею. Так что я согласился, уговорил семью, и мы переехали сюда, в Ракун-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью. Выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом. Мир должен знать. Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздуху, я думаю о Пенни и Кейси. И вся храбрость улетучивается. Тут в городе все пляшут под дудку Umbrella. Один парень хотел украсть данные исследований, так его скормили одному из бет. Скормили? Я все это видел. А у меня жена и дочь. Ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы знали. У меня есть совесть, и я усвоил урок. Нет у тебя нахуй никакой совести, хуил ты стоптанный, блядь. Совесть у меня есть. Если у тебя была бы совесть, ты бы передал бы данные куда следует. Там в ЦРУ, блядь. ФБР, КГБ, еще куда-нибудь. И все, мир бы... Ух, ёпта, мир бы узнал. Ты живой? Нет, ну лежит как живой. У тебя ничего, да? Хорош, хорош проверять трупы-то, не надо этого делать. Вот если уж он поднимется, то другое дело. Патронов очень много уходит на все это. О! Порох высококачественный. Надыбали. Вот этот точно оживет. Но потом. Но потом. Что-то надо сделать тут, нет? Нет. Баллоны. Вакцину здесь надо будет приготовить, да? Для начала синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. У меня нету. Синтеза? Мне самой все делать? Ладно. Попробую разобраться. Вот, тут надо синтез. Очерк о синтезе вакцины. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцины. Доктор Натаниэль Барт, старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал.
Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за, за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в 1000 с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцину, но и средство для полного уничтожения инфекции. То есть два компонента нужно. А где взять их? О, ёпта, я думал, тут стекло. Думал, блядь, тут стекло, тут нет нихера. Обалдеть. Ладно. Кто-то живет хоть? Нет? Оживать никто не хочет. Это что такое? Амбрелла. Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что у нас тут? Ключ разблокировки удален. Флеш-накопитель. И... Чё тут? Что оно нам дало? Ключ-накопитель. Ну, наверное, какой-то... Блять, ключ-накопитель. А что такое? Куда мне идти? Эх, нихера там какое помещение-то большое. Мне куда-то надо пойти. Я думал, тут лестница какая-нибудь будет. Нет, это просто типа наблюдательного какого-то пунктика. Следят все-таки за проведением работы-то. А! Стой, я понял. Это вот такую ебалу надо засунуть ключ, и у нас все получится. Ну, здесь-то уже все. Тут уже... Ничего нету. А если здесь? Там в самом начале у нас была дверь, которая не открывалась. Надо ее открыть любым доступным способом. Стоять. Сейчас мы сюда вот зайдем в нашу замечательную комнатку. Выкинем порох. Хранить. Ничего еще хранить-то? Все нахуй. Все хранить будем. Все будем хранить. Записываем. Переписываем. Выходим и ебашим. Вот до этой дверки. Ну-ка, давай-ка, сейчас мы используем ключ-накопитель. Использовать. Хоп. Блокировка отменена. Ну, ёб твою мать. Что там болтается? Я же вижу. А-а-а. О! Ползешь? Блядь, не попал мне. Да ему вообще похер. В башку, в задницу стреляю. Да сколько вас тут много-то? А если с дробовика? О! У меня кончилась обойма. Не попал. Да что ж ты будешь делать-то? Ты вообще неубиваемая тварь. О, у него башка уже деформировалась, блядь. Слушай, может куда-то в другое место ему надо? Может как Кощея Бессмертного? На конце его смерть, блядь. Извещение о доставке. Груз Nemesis. Маршрут CDG. JFKRC. Дата доставки 1 сентября 98-го. Тип доставки. Материалы первого класса опасности. Доп. Информация. Все перевозки на территории США осуществляются вертолетом. Соблюдать особую осторожность при взлете и посадке во избежание самоактивации при ударах по таре.
Мы в европейском филиале с нетерпением ждем ваших оценок новейшего прототипа. Рады предоставить вам для тестирования данный экземпляр. Он прошел множество испытаний, но обладает огромной разрушительной силой. Так что соблюдайте максимальную осторожность. Доктор Герман Франкль, главный разработчик. Что вы, суки, заебете, блядь? Так, пошел ты нахуй. Дай-ка я вот так вот сделаю. Попробуем сейчас. Оно не сдохло, блядь. Что с ним происходит, блядь? Да хорош, блядь, ты чё нам? Прикиньте. От дробовика сколько пулек надо в него... Да, так это трупы висят. Ёпарасоте. А я думаю, что это такое? Что за пакеты? Смотрю, что-то знакомое. О, есть. Две пульки. Потратил 10, взял 2. Не, у нас порох-то есть как бы. В случае чего сделаем. Вопрос, куда идти? Сюда, подождите. А что там у нас наверху? Я бы хотел, конечно, сначала наверх сбегать. Посмотреть, что здесь. Может, тут и нет нихера. Да нет, что-то есть. Тоже какая-то дверка. О, а здесь? Я так понимаю, вы оживете, да? Ну ты-то точно. А, хорош. Что-то надо... Здесь вакцина делается. Ага. Образцы культуры. Образец антигена. Точно нужен для вакцины. Антигены. Ну-ка, давай почитаем. Запрос на выдачу оружия. Уважаемый доктор Эмерсон, настоящим я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подопытных экземпляров того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причины указаны ниже. Недавно некоторые экземпляры, мутировав, приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. Мутация проводится регулярно, но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы, к сожалению, не сможем эффективно защищаться. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам в отделе доставки и обработки более мощное оружие, способное уничтожать бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью. Габриэл Рид, менеджер по доставке и обработке. Так это, сука, регенерируется, прикиньте. Эта тварь регенерируется просто. Вот поэтому я ее и не могу из пистолета так захерачить. Быстро. Я пока, видимо, ее херачу. А она заново регенерируется. Вот, наверное, и вся причина. Вон еще один ползет. Ты, блядь. А если быстро это делать? Слушай, ну действительно, смотри-ка. А, хуёв там тачку, блядь. Ну сдох, что ли, сейчас-то? Чем-то, блядь, запахло, она? Не подумайте ничего плохого. Нет. Что-то с улицы, что ли, блядь? Какой-то гарью, блядь. Так, давайте мы сейчас сохранимся здесь. Стоять. Мы сейчас тут выкинем, во-первых, траву и порох. Порох весь выкинем, да? Я сейчас сохранюсь. Вот здесь вот, да? Я говорил, что серия будет чуть короче, чем
Обычно. Мне уходить надо просто по делам. Так что сегодня сейчас, блядь. На сегодня закончим. Продолжим в следующей серии. Нам как раз и надо будет пройти по первому этажу. Налево, направо и еще раз налево. А там будет видно, что нас ждет за той дверью. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.